Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале магазина Open Dive. Меня зовут Гиви, и в этом обзоре я вам хочу рассказать про подводное ружье Зелинка от компании Пеленгаз. Вот такое замечательное ружье. Выполнено оно из анодированного алюминия. Внутренний ствол у него из нержавейки. Клапанная система Зелинского. Классический ленисброс. Классический спусковой крючок, как на ружьях Пеленгаз. Обычный надульник пневматический. Ружье комплектуется 7-миллиметровым гарпуном с металлическим бегунком с гидротормозом, с одним флажком, со скручивающейся головкой под 7-миллиметровую резьбу. Далее, Т-образная металлическая безопасная заряжалка, венгерка для фиксации заряжалки на запястье, запасной поршень, линь, задняя клапанная крышка, насос и инструкция. Дополнительно приобрести к этому ружью вы можете катушку фирменную от компании Пеленгаз, которая устанавливается на ручку под специальное крепление, фиксируется вот таким вот болтиком. Вот так вот это все выглядит. Ружье мощное, ружье надежное. Система Зелинского в принципе надежна сама по себе. Нареканий по этим ружьям нет, я думаю, не будет. Ручка выполнена таким образом, что вы можете использовать ее в толстой перчатке в холодное время года. То есть расстояние от задней части ручки до курка позволяет дотянуться в толстых перчатках 5-6-миллиметровых с небольшой рукой, вот, например, как у меня. Ну, в принципе, все. Что еще можно рассказать про хорошее ружье? До новых встреч, до новых видео. Пока!